Всех приветствую! У нас сегодня будет одна из моих любимых техник – подключение к эгрегору денег. Но для начала вы должны понять одну простую вещь, которая поможет вам в жизни в дальнейшем. Деньги – это определенная энергия, определенная вибрационная субстанция, которая питается удовольствием. Деньги есть у всех людей, которые умеют получать от них удовольствие. Это никакое не транжирничество, не растратничество. Напротив, это человек, который точечно умеет себя порадовать. Например, если человек слишком долго копит деньги, и они к нему идут в руки, но он почему-то не тратит на себя, да, хотя бы немножко себя побаловать, хотя бы чуть-чуть, хотя бы изредка, он собирает, через какое-то время поток денег у него перекрывается. Потому что на самом деле, если вы не питаете, если вы ничего не отдаете, никак не платите, грубо говоря, энергии денег, она от вас уходит. Энергия денег очень любит получать удовольствие, которое вы испытываете от траты денег. Поэтому вам необходимо испытывать удовольствие. Итак, перед тем, как войти в эгрегор денег, вам необходимо проиграть в своей голове несколько ситуаций и раскачать себя эмоционально. Вспомнить, каково это покупать какую-нибудь очень желанную вещь, которая принесет вам удовольствие. Или поехать куда-нибудь, да, в поездку. Что-то себе позволить на деньги, то, что принесет вам большое удовольствие. И постарайтесь проиграть у себя в уме эту картину как можно более четче. После того, как вы почувствовали, что вы себя уже раскачали на вот эту энергию, начинаем делать технику. Представляем над головой, примерно на расстоянии метра, шар, прозрачный шар, как мыльный пузырь, метр на метр. И в этом шаре вам нужно сделать определенный стоп-кадр, да, с какой-то картины, которую вы представляете, думая о деньгах. Что у вас ассоциируется? Может быть, пачки долларов, может быть, золотые монеты, может быть, ящик с сокровищами. Может быть, вы в детстве смотрели мультики Диснея и смотрели мультик про Скруджа Макдака. Я, например, смотрела, где он открывал свой огромный сейф и купался в деньгах. Вы можете представить себе вот такой вот сейф, куда вы заходите, у вас там просто несметные сокровища. То есть это уже на ваш выбор, что вы представите. Вот, и вы как бы представляете видео и, грубо говоря, что вы просматриваете, да, видео и делаете стоп-кадр. Грубо говоря, вы делаете стоп-кадр какого-то момента, который вам очень понравился, и ставите его в шар. Это ваша центральная идея. Запомните, первый пункт создания эгрегора, точнее, не создания, а подключения к эгрегору, это создание вашего индивидуального канала. Это шар и центральная идея, которая будет стоять как стоп-кадр. Вот, это ваши первые шаги. Итак, после того, как вы уже закрепили над своей головой шар, а также создали картинку, которая будет выглядеть довольно-таки четко, постарайтесь поработать над четкостью, представьте себя небольшим таким человечком, размером, возможно, где-то сантиметров 10-15. И представьте, как вы снизу вот так вот заплываете, как, знаете, в шар снизу вот так поднимаетесь. И оказывайтесь в центре. После этого приветствуете эгрегор денег, просите, чтобы вы в нем закрепились, да, на какое-то время. Обычно это 2-3 часа. Вот. И вы начинаете представлять в этом эгрегоре то, что вы хотите. Допустим, как вы хотите получать деньги. Вы хотите их получать на карту, или вы хотите, чтобы вам давали их наличными. Как вы обычно их получаете? Может быть, это переводы Western Union. И вы представляете себе уже эту именно самую ситуацию, в которой вы получаете деньги. Например, я представляю себя за столом, да, как я подписываю контракт с какой-то фирмой. Или же я представляю, как я иду к банкомату и снимаю деньги со своей карты, да, допустим, сколько вам надо. Вы можете также проигрывать полностью ситуации от начала и до конца, именно изначально, да, как вы получаете деньги, что вам приходит какой-то клиент, или же вы создаете определенную ситуацию. Вы прорабатываете ее и как бы мысленно получаете деньги. Потом вы должны постараться ощутить удовольствие, что вы взяли эти деньги, например, и кому-то позвонили, кому-то написали смс-ку, да, кому-то рассказали об этой новости радостной. Вот. То есть вы, грубо говоря, подключаете все свои ресурсы, визуализация для этого уже в эгрегоре денег. После чего вы там и остаетесь. Вы можете представить, как вы находитесь в окружении богатых людей. Вы можете несколько, скажем так, сюжетов
визуализировать, как вы общаетесь с богатыми людьми. Это тоже вам поможет. Вот. И дальше вы уже как бы так и остаетесь в эгрегоре, просто заканчиваете практику. Эту практику нужно делать каждый день. Давайте на протяжении нашего мультихакинга вы будете делать эту практику каждый день. Можно делать ее с утра, можно вечером. Если у вас будет мотивация, можно делать и с утра, и вечером. Тогда ваш эгрегор, скажем так, денег, ваш канал денежный к эгрегору подключенный, будет работать гораздо лучше. И то, насколько хорошо вы поработаете, так и быстро к вам придут деньги. Так что будем смотреть. Обязательно пишите, когда у вас сработает, вы это почувствуете и поделитесь с группой.